Кричалки, зажигательная музыка и ритмичные движения. Очередное выступление черлидеров, подумает любитель. Репетиция фирменного танца, скажет фанат. Болельщики повторяют движения, чтобы уже со знанием дела в новом сезоне поддерживать любимую команду. Сегодня танец не просто представление. Один из видеосюжетов для будущего клипа. Идет съемка клипа для «Авангарда». Вот клип под условным названием «Флешмоб». Посмотрим, чем это все закончится. Ну, в общем, да, люди, танцы. Спорткомплекс «Арена Омск» стал киноплощадкой. Режиссерская камера, мотор слышится на стадионе, на улице. Дождливая погода не смущает болельщиков. Все участники флешмоба от мала до велика дубль за дублем бегают за машинами, поднимают необходимые реквизиты и выстраиваются в фигуры. Самым главным подарком болельщиков для любимой команды стал настоящий живой логотип. Тысячи человек собрались здесь и соединятся в символику омских ястребов. При себе необходимо иметь вот такую красную картонку и, конечно же, вещь с символикой любимой команды. Вот этот вот значок, это значок, который прям от сердца идет, и как бы он везде и всегда сопутствует по жизни. То есть сейчас нету сезона, но у меня эта форма висит просто на рабочем месте, сзади меня, сзади кресла. Это наши игровые майки. А шапка — это чтобы ходить на игры, она у меня счастливая. Когда мы ее одеваем, у нас у всех есть счастливые вещи, когда ее одеваем, нам обычно везет. В первый съемочный день фанаты «Ястребов» действовали организованно. Согласно сценарию, режиссер даже отметил, болельщики сделали большую работу за раз, но все же предстоит еще потрудиться. Клип а-ля «Флешмоб» с массовыми танцами, песнями и фирменной символикой можно будет увидеть в августе. Видеоролик откроет первый домашний матч «Авангарда» в новом сезоне. Екатерина Булучевская, Вадим Насардинов, 12 канал.